Первый кран, CryptoWin. Давайте я сразу покажу вывод на FaucetPay. Итак, листаем ниже, нажимаем WithRAW. Здесь у нас выбираем FaucetPay. У нас уже выбрано. Далее мы выводим в биткоинах, поэтому здесь мы ввели в биткоин адрес. На FaucetPay взяли. Далее здесь вводите сумму. И все, нажимаем WithDraw Bitcoin. Скоро нам выплатят. Но обычно здесь выплаты приходят моментально. Так, вывел я 14 тысяч сатоши. Что мы делаем? Как здесь зарабатывать? Нажимаем сюда Earn Bitcoin. И здесь видим способы заработка. Нажимаем Bitcoin Faucet. Это именно кран. Мы можем собирать здесь бесплатно криптовалюту. Вот у нас уже на счету. Так мы можем делать каждые 15 минут. Заходить и получать здесь сатошики. Также, если захотите, можете посмотреть другие способы заработка. Здесь есть реферальная программа. Также есть опросы и так далее. Следующий у нас CoinPase. Здесь тоже давайте вам сразу покажу, как выводить. Нажимаем WithDraw. Далее здесь выбираю FaucetPay. Далее здесь выбираю биткоин. Ну, мне придет в биткоинах. Вы можете выбрать любую монету, которая вам нужна. Вот мне придет 280 сатоши. Я нажимаю WithDraw. Нажимаю Confirm. Все, подтвердил. Good job. Здесь вывод точно моментальный. Давайте перейдем в FaucetPay. Обновим страничку. Да, здесь видите... Пришла выплата сразу же. Но с первого крана точно придет, потому что я с него уже вывожу, наверное, пару лет точно. Поэтому можете не переживать. Здесь то же самое есть рубрика Faucet. Также есть другие способы заработка. Ну, так как мы говорим о кранах, поэтому мы будем обсуждать краны. Нажимаем здесь на кнопочку. Далее нажимаем Claim. Итак, здесь нам нужно выбрать 3, 9 и 8. Нажимаем 3, 9 и 8. А здесь нам нужно выбрать перевернутую картинку. Вот. Отлично. И нажимаем Claim. Все, мы получили 50 коинсов. И так мы можем делать каждые 5 минут. Заходите, получать эти коинсы. Ну, это как бы внутренняя валюта. 3 сатошика вот нам дали. И так вот каждые 5 минут заходите, получаете по 3 сатошика. В принципе, для крана неплохо. Итак, смотрим следующий. Следующий у нас BitHub. Здесь тоже давайте сразу выведу. Нажимаем WithDraw. Далее здесь выбираю, в какой монете хочу вывести. Выбираю биткоин. Далее заполняйте свой email или адрес для вывода. И видим, что у меня вот сколько я получу, 5000 сатоши. Отлично, решаю капчу и нажимаю WithDraw. Все, вот нам пишут, обработка всех выводов может занять до 48 часов. Этот кран тоже 100% платит, я им пользуюсь очень давно. Как здесь зарабатывать? Тоже с левой стороны нажимаете Faucet. И здесь вообще без таймера получаете все время по 5000 коинсов. Тоже решаете капчу, нажимаете кнопочку. И все, получили. И так делайте все время, без остановки. То есть здесь нету лимита вообще. Это очень круто. Итак, следующий кран, View Faucet. Здесь тоже давайте покажу WithDraw. Выведем, у меня 489 сатоши. Так, здесь нам нужно ввести адрес. Мы идем в FaucetPay. И здесь нам нужно перейти в кошелек, Wallet. И в той монете, которую мы хотим получить вознаграждение, нажимаем депозит. Копируем наш адрес. Кто еще не пользуется FaucetPay, ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Прикольный кошелек для микропереводов, то есть вы можете вообще там хоть один сатошек сюда перевести и без проблем потом эти все монеты здесь обменять в одну и вывести куда угодно. Итак, скопировали адрес, вставляем сюда. Здесь тоже внутренняя валюта, 13 тысяч у меня коинсов, ну вот 489 биткоинов. Я нажимаю сюда, а далее здесь решаем капчу, перевернутая картинка, как всегда, и нажимаем WithDraw. Все, вот нам пишут, что в течение 12 часов нам придет выплата. Все, здесь то же самое, с левой стороны ищем Faucet, Faucet переводится как кран. И здесь то же самое, решаем капчу и нажимаем на кнопочку. Это можно делать здесь каждые 4 минуты. Я уже не буду везде клацать, потому что хочу, чтобы видео было покороче. Ну, здесь, я думаю, как бы разберетесь без проблем, да? Решаете капчу. Вот, ну давайте, ладно, сделаем. Вот 9, 3 плюс 4 это 7. И вот 2 плюс 4 это 6. Выбираем перевернутую картинку и нажимаем Verify. Все, вот видим, я получил 60 токенов. Следующий у нас Faucet Crypto. Тоже давайте покажу, как выводить. Здесь с левой стороны также ищем WithDraw. Нажимаем. У меня, видим, 19 тысяч коинсов. Это 2800 сатоши. Видим, что сейчас пока на биткоин недоступен вывод. Поэтому ищем там, где горит кнопочка WithDraw. Например, Bitcoin Cash. Мы можем в Bitcoin Cash вывести или в Dogecoin. Давайте в Dogecoin выведем. Тут везде, видите, рассчитывается под каждую монету. Вот 19 тысяч коинсов, это 10 догов. Нажимаем здесь WithDraw. Здесь нет прямого вывода на FaucetPay, но мы без проблем можем выводить на FaucetPay. Просто вывод не моментальный и все. Там приходят на следующий день или в этот же день, когда как. Здесь у меня уже сохранен адрес Dogecoin.
с Faucet Pay. Но вы точно так же можете сделать здесь вот напротив Dogecoin, нажать депозит. И вот наш адрес. Просто здесь скопировали его и обратно вернулись. Вставили вот сюда и все. Минимальный вывод 1500 коинсов. Нажимаем Withdraw. Если у вас такое произошло, просто сделайте сумму поменьше. Давайте ровно 10 догов выведем, да и все. Нажимаем Withdraw. Все. Отлично. Теперь все сработало. В общем, я решил вывести все. Вывел все, короче, под ноль. Все, здесь с левой стороны точно так же способы заработка. Здесь можете нажать, выполняете различные задания. Тоже там по несколько секунд смотрите. Вот, например, 48 секунд получаете 37 коинсов. Ну и так далее. Здесь, в общем, просмотр сайтов типа серфинга. И за это получаете монеты. Смотрим следующий. У нас CoinPod. Давайте тоже здесь покажу, как вывести. Нажимаем Withdraw. Выбираем Faucet Pay. Bitcoin. Ну и в общем вот 500 сатоши у меня здесь. Нажимаю Withdraw, нажимаю Confirm. Good job. Все, здесь с левой стороны точно так же выбираете Faucet Claim. И здесь видим вот 50 коинсов можем получать без таймера. То есть все время. Заходим и получаем. Точно так же вот ниже листаете и здесь нажимаете на кнопочку, решаете капчу и получили. Опять решаете капчу и получили. Многие интересуются, почему они платят. Потому что здесь вот столько много всякой рекламы и все. Но вы на эту рекламу не обращайте внимания, вам главное перейти и просто нажать на Faucet Claim и жмакать на эту кнопочку, собирать монеты. И последний у нас CoinPay. Это самый популярный, наверное, кран после FreeBitcoin, наверное. А здесь тоже можно выводить на Faucet Pay, нажимаете здесь вывод. Здесь, в общем, выбираете монету, куда хотите вывести. Здесь их очень много. Ну, можете просто выбрать там биткоин и ввести адрес. У меня здесь Payr кошелька введен, вы можете ввести адрес с Faucet Pay кошелька и вывести. Здесь все то же самое, с левой стороны нажимаем кран. И здесь мы можем получать все вот эти монеты, которые здесь находятся, их очень много. Все монетки, видите, у меня понемножку есть, там Cardano у меня вот столько, лайткоинов у меня вот столько. Это просто можно сделать вот так, нажимаю на каждой монетке, claim. Нажимаем Claim Now, так можно каждые 60 минут делать. Нажимаем на кнопочку Claim Now и все. Видим, вот 3 сатошика тоже получили. Возвращаемся обратно, нажимаем здесь кран. И видите, что я вот теперь эту монету могу получить через час. И так нажимаю на следующую, получаю следующую монету. И так на каждую. Просто получаем каждую монету. А потом, чтобы их все эти монеты обменять в одну, вы просто нажимаете здесь swap. С левой стороны выбираете монеты, которые хотите перевести, и справа, которую получить. Ну, например, вот будем все переводить в биткоин. И здесь нажимаем на каждую монетку, нажимаем swap. И видим, сколько мы получаем биткоинов. Выбираем следующую монету, нажимаем, вот 600 сатошек получу. Нажимаю swap, вот перевел. Далее лайткоин хочу перевести, все перевожу. Вот так, все монеты, которые вы заработали, вы можете все перевести в биткоин, чтобы не хранить по мелочам в каждой монетке. Да, чтобы, ну, допустим, так удобнее будет вывести. Видите, как я все простенько делаю. Вот так на каждую нажимаю. Вот этой вот недостаточно у меня. Видите, 150 сатошиков не обменяете. Надо, по-моему, от 200 сатошиков, чтобы было. И далее вот так нажимаете. Своп, вот, видите, 200 сатошиков прокатило. Кардана. Своп. Ну и в общем так делаете с каждой монетой. А потом, чтобы вывести эти биткоины, мы возвращаемся обратно в кран, чтобы их перевести на основной баланс. И здесь нажимаем трансфер. Все. И отсюда уже вот эти все сатошики нажимаем трансфер. Все, они теперь у меня на главной странице сейчас. Вот, видите, показались. Если хотите вывести любую из этих монет сразу напрямую, то здесь просто возле каждой есть кнопочка Withdraw. И вы на нее нажимаете и можете вывести каждую монету отдельно. На любой там кошелек, куда хотите. Может быть на Trust Wallet хотите вывести, на Faucet Pay. Так, ну на Faucet Pay видим, что только с двух кранов пришли выплаты моментально. С остальных придется подождать.